Продолжим искать эти семена. Да, вот, звездное семечко. Ну-ка. Ага, я вот где. Попробую-ка я вот здесь вот поискать. Просто я тут не все, наверное, посмотрел. Ой, овечка. Я же тебя освобождал. Ты как тут опять оказалась? А? А, овечка. Сейчас я тебя освобожу. Так, спокойно. Ой, два камня схватил. А нужно схватить один. Так, овечка, сейчас ты вылезешь. Сейчас ты вылезешь. Я освобожу тебя. Так. Ну и что ты не вылезаешь? А, надо, наверное, вот этот большой камень. Насколько я помню, убрать. Так, мне нужно вот сюда. Так. Так. Почти, да? Вот так вот нормально. Этот камушек я отодвину. Ух ты! Можно и так отодвигать. Угу. Так, и последний камень. Все. Овечка, ты свободна второй раз. Ну что, будешь за мной бегать? Как в прошлый раз? Да, она за мной ходит. Ну-ка, догоняй. Догоняй. Упал. Ну-ка. Не, вон она стоит. Ну-ка, если я вот так вот. Хитрюга какая. Ладно, думал ее заманить на телероутер. Так. Здесь у нас ничего нет. Да. О, сейчас потемнело. Это хорошо. Это очень хорошо. Это значит, можно найти по свечению. Семечки. Боже, я так долго вспоминал это слово. Так. Так, камушек, что ты тут делаешь, камень? Ой-ой-ой-ой. Ну, давай. Так, ладно. Пока что семечки я здесь не нашел. Так. Оп. Ладно. Ой-ой-ой. Посмотрим здесь. Насколько я помню, мне их нужно найти 6 штук. Уже из 8. Так, тихо.
Опа. Так, здесь у нас... Здесь у нас ничего нету. А ну и ладно. Нет, так нет. Опа. Так, ладно. Давай-ка еще раз сюда. Возможно, я где-то не там ищу. Или ищу очень-очень плохо. Эй, ты куда? Что-то далеко тебя занесло, друг. Так, воду нам не надо. Так, эта овечка убегает. Я вообще думаю, что скорее всего эти семечки... в каких-нибудь таких вот труднодоступных местах. Надо подумать. Так. Замечательно. Долетели сюда. Ну-ка, а на этом уступе у нас... Ничего такого нету? Не, нету. А что, если я попробую залезть сюда? И с высоты мне будет, наверное, видно все. О! А я не помню, чтобы я тут был. Ну-ка. Посмотрим. Если честно, так вообще ничего не видно. Где они, что они, эти семечки, сэмки. Сэмки, семечки, вы где? Так, стоп, 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 не падать. Резко не падать. Так. А, вон там телепорт. Так. Ну-ка, давай. Может быть... Ой-ой-ой. Не туда. Эй. Так, здесь у нас что? Здесь у нас что? А, здесь у нас, как всегда, ничего. Так, здесь я бегал. Я не знаю, мне кажется, что вот на этом большом островке они их больше всего. Но не знаю, я не все проверял. Так, о, листоплан. Так, здесь у нас ничего. Ничегошеньки.
Скорее всего, может быть, вот они и вот на этих вот островках. Ведь долечу. Ух, я думал, ты разбился, вот. Так, ладно. Так, тут пока. И тут пока никаких семян нет. Ох, я не знаю, долечу ли я до... Ну-ка. Ну-ка, F. И погнали. Ну, не знаю, долечу ли. Ой-ой-ой. Падать было не так уж больно. Ладно. Мне тут на самом деле... Ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Ай, держись. Все нормально. Так, я пока соображаю. Так, ну-ка. О, я нашел еще одно семечко. Вот оно здесь. Так, я тебя взять-то смогу. Ой-ой-ой. Так, тихонько. Есть. И куда мне теперь идти? Где же это самое телеротор наш? Так, 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 тихо. Придется идти в обход. Какое? Прямо летающий робот. Так, тихо. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Есть.
Ну-ка, и какой-то третий. Пардон, третье. Семечко. Осталось 5 штук. Да. Так, мне вообще-то надо все делать последовательно, потому что мне тут много чего надо искать. И семечки, точнее семечки, зерна, ну или семечки, какая разница. Потом еще базу данных надо пополнять и кристаллы искать. Так, кстати, база данных. О, мне еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук мне надо вот этих вот животных и растительность собирать. Ну-ка. Овощной сталактит, да, это я помню. Так. Красное колючее растение, которое произрастает вблизи соленой воды, но любит тень. Так, это я вот не помню. Так, вот этот дружелюбный застенчивый сидит в темноте, это я помню. Я его пытался уже когда-то затащить. Вот это вот тоже помню, цветочек, который тоже не получилось затащить. Там, не помню, даже третьего раза. Ну, короче, были попытки, да. Тайно покрытым раком, это я тоже помню. Это надо мне. Ну, в общем, помню это место. Как раз вот этот цветок, капкан. Вот этого барашка. Это создание влачит одинокое существование в экстремально холодных условиях. Так, ну здесь, видимо, это подсказки такие. Ну окей. Потом мне еще нужно целых 9 штук кристаллов найти. И вот черт их знает, где они. Так. И поэтому я думаю, мне нужно все это дело делать последовательно. Ну-ка. А мне вот интересно. Так, вернуться на чуть на какое-то время на корабль. Так, тихо. Ну ты что, бат? Кувыркаешься? Так, миссия обновлена. Найди звездные семена. И в теле роутер их. И понятно. Вот он, этот теле роутер. Понятно. Так, здесь у нас что? А, ясно. Ясно, понятно. Так, мне кажется, мне нужно куда-то вот сюда. Так. Вот снег. Где-то здесь должен быть барашек.